Здравствуйте. 27 мая, второй лунный день священного месяца, созвездие Санчар с элементом Земли. Благоприятен размышления, медитации, обращаться к учителям, наставникам, ритуалы очищения, почитания Сри Кришна, ритуалы с элементом огня, устранять злые языки, призывание долгой жизни, ритуалы призывания благосостояния, борьбы с зависимыми болезнями, принимать невесту, посадки семян деревьев, бурение скважин, устанавливать фундамент. Ребенок, родившийся в этот день, будет с талантом к искусству, стремлением познать окружающий мир, независим. День неблагоприятен для операции выполнения, кропускания, подписания контрактных соглашений, рубки дерева, принимать обеты. Благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки, неблагоприятен годам змеи, свиньи, обезьяны. В Вилгинском Цукчун Дугане Хорал Харзе, защитники Гомбал Хомо, Джамсон Цикюсины, защитники Дуацанов и Таунхан, защитники семейного очага. На Верхнем Березовке Дункур Дугане также Харзе Цикюсины и Важен Дугане Очуване Сунды. Воздержитесь от мяса, алкоголя, табака и так далее, от всех оскверняющих вещей.